оказывается, здесь кто-то плакал. Тебя кто-то обидел, девочка? Никто. Это хорошо. Потому что тех, кто обижает маленьких девочек, лично я превращаю в свиней. Вы волшебник? Волшебник? Не знаю, может быть. Впрочем, тот, кто обижает маленьких девочек, за меня не на самом деле превращается в свиней. Какой прекрасный фрегат! Его сейчас не цепляйте! Вы не можете его вернуть? Я все могу. Но стоит ли возвращать корабль, подплывающий в море? Ты ведь не знаешь, куда, зачем он плывет. Пусть корабль плывет. Далеко на ту сторону океана. Пусть плывет он на сторону и причалит в далеком порту. Он причалит в далеком порту. Однажды, не поздно, не рано, он тебе привезет на борту, он тебе привезет на борту удивительного капитана. Вернется ко мне, принеся на борту удивительного капитана. А как его будут звать? Пускай его зовут Грей, капитан Грей. Через горы одни, через море вскоть, он к тебе прилетит, он к тебе приплывет. Через море одни, через море вскоть, он ко мне прилетит, он ко мне приплывет. Тебе говорят, что корабль не вернется назад. Почему они так говорят? Ты не верь этим людям усталым, и однажды увидишь фрегат. Ты увидишь волшебный фрегат на свете под парусом. Только ты.